У нас прекрасная, сногсшибательная, удивительная. А почему ты на меня смотришь? Ты посмотри на Анну. Анна Киселева у нас в гостях. Да, солистка Красноярского театра оперы и балета Хворостовского. Какая, Анна, у нас песня сегодня? Сегодня песня «Ждите весну». Ждите весну. Мы как раз в этом режиме. Давайте, поехали. Отцвела веселая сирень, и приходит осень незаметно. Наступил последний теплый день, отголосок солнечного лета. Ждите весну, ждите весну, ждите весну, обязательно ждите. Сердце наполнится радостью вновь. Храните любовь, вместе храните любовь. И рябина красками горит, и совсем по-девичьи аллеет, и о чем-то с ветром говорит, и кого-то ласково жалеет. Ждите весну, ждите весну, ждите весну. Вместе храните любовь. Ты прости, что я чуть-чуть грущу. Это просто осень и примета. Я другого счастья не ищу. И тебя хочу просить об этом. Ждите весну, ждите весну, ждите весну, обязательно ждите. Сердце наполнится радостью вновь. Только храните, храните любовь. Вместе храните любовь. Ждите весну, ждите весну, ждите весну, обязательно ждите. Сердце наполнится радостью вновь. Только храните, храните любовь. Вместе храните. Анна, браво! Ой, я прошу вас присоединиться к нам, присаживайтесь на этот диван. Весна – это время обновления не только в природе. Я понимаю, что и творческие коллективы, творческие учреждения, и творческие люди тоже весной, не знаю, оживаются, больше концертов. В этом смысле есть какие-то изменения лично у вас? Чего мы ждем от... Конечно, есть. Совсем недавно в Театре оперы и балета состоялась моя новая концертная программа, которая так и называется «Ждите весну». Прекрасно. И 2 апреля по просьбам зрителей будет повтор этой концертной программы. Это концертная программа из песен из репертуара Анны Герман. Слушайте, у нее очень весенний репертуар, да. Такой, там, включая вот это мое любимое «Один раз в год сады цветут». И сады цветут не осенью, не зимой, как мы знаем, а именно весной. Именно, да? Весной, совершенно верно. Анна, ну, помимо концерта, скажите, а вот про весну, какие ваши любимые песни можно вот выделить про это время года? Песен, на самом деле, очень много. Также есть песня из репертуара Анны Герман «Белая черемуха». Есть песня «Ландыш», мы, наверное, уже говорили, Ландыш, да, сегодня, да, про, да, песен. Но, на самом деле, очень много песен, если вот вспомнить, потому что весна – это самое такое время года, приятно. Все ждут весну, и я жду весну. Анна, а по-человечески есть у вас какая-то вот стопроцентная примета того, что, ну, весна уже наступила, что уже мы не вернемся к холодам?
Еще пока не наступила весна. Сегодня, по сегодняшнему утру еще очень холодно. К сожалению, пока так, но погода меняется. И я думаю, что потепление придется. Главное, чтобы была в душе весна. Это отличная верно. Весна. Это верно. Но, тем не менее, я заметила, когда была плюсовая температура, буквально оттепель была у нас, птички сразу за окном, они чирикали, они сразу, они просят весну, света, тепла. Вот это, наверное, примета, что скоро-скоро будет тепло. Анна, большое спасибо. Спасибо. Скорейшего вам. Наступления весны вот такой, погодной, ну а чтобы весна была в душе и не уходила никогда. А вам, друзья, напоминаю, 2 апреля в Красноярском театре оперы и балета концертная программа Анны Киселевой, которая так называется «Ждите весну».